заполнение декларации. Дамы и господа, доброе утро. Мы рады приветствовать вас на борту самолета Аэрофлота Российской международной авиалинии Ил-86, влетающего в Венецию. Время пути 3 часа 20 минут. Командир корабля Юрий Якушев. Ladies and gentlemen, good morning. Хорошо работает. Хорошо? Я не смогу оживить. Я починил. Дорогие супермаркеты, римские, то есть какие-то фирменные магазины, ведущих там модельеров, какие-то, не знаю, Фенди, Армани, все это лучше, там, конечно, скидки не существует, такого нет. Там есть такс-фри, вот как бы официальный вариант скидки. А если это магазин частный, где вы покупаете достаточно дорогую вещь, ну, касательно сувениров, это понятно, там вам могут везде скинуть, в каких-то лавочках, таких полуремесленных, полу-каких-то... потому что в другом городе это все будет в два раза дешевле, вы потом увидите. Если вы... Они работают. Да, вы знаете вообще... Наш автобус, на котором мы едем во Флоренцию, с Венеции. Повыше горы.
Нет, вы знаете, скажется, это такая вещь, которая выливается... Поймали? Поэтому чем меньше ссорится, тем лучше. Поэтому я вас призываю, когда у вас время, сказка или что-то, или... Тверское, это для них тут нереально. Город Пиза.
Ну иди, я вижу, я... Сколько франков у вас?
окрестности Тоскани. Окрестности Тосканы под Флоренцией. Великолепен, что когда я вижу этот огромный купол, я просто умираю. Город Лука. Вы знаете, это невероятно, какой-то древнеримский акведук. Да. Вы правы. Сейчас он реставрируется. Потому что область, да. Потому что область как раз будет одна из самых исторических, одна из самых древних. То есть Тоскана, Лацио, куда мы с вами поедем. Это как раз то, да, то, откуда все началось. У нас, кстати, в Москве, по-моему, тоже есть один, по крайней мере, такой где-то на в районе Останкино, на Ялте. Между городами. Интерсити называется. Преодолевается очень быстро. Все это чистая, дорога чистая. И как бы итальянцы любят таким образом передвигаться. Потом существует большая система скидок на... Это вот тот городок... Да, нет, это не ткань, это там, где термические источники и термический курорт. Термы. Воды. А на горе, вот у них часто бывает, что как только гора, так обязательно какое-нибудь интересное местечко. Либо монастырь, либо что-то еще такое интересное и древнее. И там, как правило, находятся прекрасные ресторанчики, где предпочитают вот местные аборигены субботу-воскресенье проводить. Там какие-то термические источники, которые содержат какие-то очень важные элементы. И те же лодочные вот болезни. Мы когда ехали туда, предпочитает Германия... Австрия и Италия здесь лечит. Кстати, сейчас вот в этом городе там идет как бы такое обсуждение. Может быть, все вот эти вот термы будут проданы какой-то большой немецкой ассоциации. И таким образом вот они надеются, что курорт как бы обретет там вторую или третью жизнь, да, второе дыхание. Ну, как если вкладываются деньги, то освещение. Вы знаете, да, не все, но некоторые подсвечиваются очень интересно. Все, да? Вообще-то, ну, мы ночью вот не будем с вами переезжать от города к городу, но, тем не менее, города, итальянские города, конечно, освещаются очень интересно. Причем, может быть, поначалу это как-то не оценится вами, потому что после освещенной нашей теперешней вечерней Москвы, ночной Москвы, конечно, нас трудно чем-то удивить. Москва сейчас, по-моему, прекрасно освещается. Один Крымский мост можно увидеть и умереть. Но, тем не менее, Италия, она вообще... Многие вещи в ней делаются, почти все вещи, с большим вкусом, в том числе освещение. То есть нет ничего лишнего. Допустим, что касается рекламы, эти огромные рекламные щиты, которыми сейчас у нас Москва пестрит, здесь, в больших городах, Рим, Флоренция, вы это не увидите в центре. Они просто запрещены. То есть настолько они как-то оберегают свое прошлое и гармонично вписываются в него настоящее. В этом вам, конечно, нужно отдать должное. Это большой вкус и большая любовь. Я так думаю. Да, освещается хорошо, но освещается в меру, как бы без переборов. Может быть, даже вот от Рима у вас будет первое впечатление, что как бы не хватает освещения. На самом деле это не так. То есть там он настолько как бы тактично и мягко, там дается подсветка, чтобы, не дай бог, ничего не испортить. Ну, Рим у нас будет впереди, Флоренция, да, освещается тоже красиво. Университет, то есть та сумма, которая вносится. Плюс потом у них идут еще все учебники платные. Учебники здесь я работаю, конечно, у меня немного больше тратится энергии, нервов. Но все равно, мне кажется, похудеть можно, когда мало ешь. Или вообще не ешь. Так. Флоренция. Да, иначе спорт. Плавать. Вот будете плавать в море, похудеете. Потому что находится на улице прекрасных дам. Вообще во Флоренции многие улицы имеют такие особенные имена. То есть улица рыб, там улица каких-то птиц, кого-то еще, вот, прекрасных дам. Очень интересно. И там декор этого заведения настоящий, живой. И он обновляется там, ну, может быть, раз в неделю или в две. То есть все то, что мы видим, висит, стоит, где-то там как-то расположилось, это все живые фрукты, живые овощи. Живые помидоры, живые там какие-то, ну, в общем, все что угодно. Все, что только можно было собрать и прилепить, вот это все у них находится в зале.
гармонию какую-нибудь здесь. Ну, господа, мы с вами подъезжаем. Сейчас мы выходим. Все идем за мной, сумочки повесьте так, чтобы они были всегда с вами. И вперед. Окрестности нашей гостиницы во Флоренции. Монастырь. Наша гостиница. 4 звезды. Чайковский так любил Флоренцию, приезжал сюда. Удивительно. Такой вот птички поют, еще замок.